Я нахожусь на острове Адабаяна. Вот тут река Баяна, это Скадарское озеро, вытекает через нее вот в это Адриатическое море. Так что тут скрещение. Здесь заканчивается по ту сторону большой Ульцинский пляж. А здесь находится остров. Сейчас, конечно, все грязно, потому что не сезон. Потом уберут. Остров для нудистов. Старые югославские постройки видны за кайт-станцией. Вон они, рыжие крыши. Мы сидели вот в том ресторанчике впереди. Он работает круглый год. Ну а под ногами вулканический песок. У нас есть песчаные пляжи. Ну еще можно здесь летать и плавать на кайтсерфе. Тоже круто. А вообще, я сюда приехала сегодня из-за заката. Он потрясающий.